Она скачет просто как какой-то кролик. Такие огромные территории. Софиша все равно зашла. Ты собака вообще или ты реально покемон? Она реально заползает на дерево. Что такое? Кто там? Я не знаю, как они сейчас себя поведут. Софи, пошли быстро! Юми! Ты на канале Magic Family, я Аня, и со мной мои собачки. И сегодня, и не только мои собачки, вот Мэнни Пенни пришла к нам. Это тигровая чихуахуа, которая очень хрюкает. Кстати, вы знали, почему хрюкает чихуа? Потому что у них очень короткий носик, и некоторые чихуашки издают такой звук, похожий на поросят. Так вот, сегодня, как вы знаете, у нашей Мишани течка, нашей собачки. И поэтому она с нами не пойдет, а мы с Софией, Эйвоном и щеночком Юми отправимся на речку проверить, как там вода, потому что вроде как у нас несколько теплых дней, может быть, вода прогрелась, я не знаю, возможно ли нам наконец-то покупаться или нет. А вы подписывайтесь на наш канал, если вы тут впервые, и мы начинаем. Вот такая вот смешная собака, которая все время хрюкает. А сегодня 30 июля, это значит, что я должна определить трех случайных победителей нашего конкурса с Rachel Wall, кто выиграет крутую лежанку для своего питомца, сумку на пояс Banana Dog или классную косточку-игрушку. И сейчас мы вместе с Юми это сделаем. Вот он наш конкурс в группе, я сейчас скопирую на него ссылку. И при помощи приложения «Случайный победитель рандом» я определю ВКонтакте здесь двух победителей. И у нас есть вот два победителя. Сейчас мы проверим, выполнили ли они все условия. Ксения Дуйбанова. Да, репост сделан, запись закреплена, все отлично, у нас есть первый победитель. И вторая девочка Камила Латфулина тоже все выполнила, молодец, она у нас второй победитель. А сейчас я определю победителя в Инстаграме, нужно было подписаться на аккаунты нашей Rachel Wow и поставить хэштег Magic Pets. И вот они, те, кто делали репосты конкурса, их очень много. Я сейчас выберу абсолютно случайного человека, не видя даже имя, кто этот репост сделал. Давайте вот эту вот нажмем. Настенка Абрамкина. Итак, вот он репост, он сделан. Сейчас проверим, выполнила ли она условия. Да, она подписалась на Rachel Wow лежанки. И она подписана на наш инстаграм. Значит, она все выполнила. Значит, третий наш победитель — Настенка Абрамкина. Я понимаю, что выиграть хочется всем, но, пожалуйста, ребята, не расстраивайтесь. И с 1 августа стартует новый конкурс. Эйвен, Софи, Юмичу, пойдемте. Пока, Илай. Мы пошли. Ведьма, привет! А мы на речку идем. Такой большой поход будет очень полезен для Юми, как для щеночка, для ее развития, потому что она никогда вот так вот по полям в таких огромных территориях не бегала так далеко от меня. Плюс она никогда не видела реку, не купалась в ней, не видела такой открытой воды никогда. Конечно, я бы очень хотела взять с собой и Мишу тоже, но... У Миши сейчас течка, женские дни, и ей это противопоказано. И такие прогулки большие, потому что от нее пахнет, и всякие чужие кобели вдруг мало ли что могут обнаружить ее. И в том числе вода в водоемах и в реках, она не такая чистая, и это небезопасно. Вот такие вот большие ворота и выход вот сюда, в поля и в леса. Если я думаю, сейчас я скажу, пошли и разрешу им бежать, они побегут прямо с горы. Вперед! Побежали! Ну, конечно, я так и знала. Я на всякий случай надела сапоги резиновые. Вдруг там... Ай, побежали! Посмотрите, как они носятся! Ай, Юми, радости-то! Эйвен там как зайчик в полях бегает. Ай, Юми, что, побежала к нему? Все. Эти убежали от меня. Кто бежит ко мне? Привет! Привет, мой покемон! Юми всегда так смешно бегает. Она скачет просто как какой-то кролик. Это просто отличная зарядка для всех. Просто с такие огромные территории. Ай, да. Идем, идем, вперед. Нет, Юми, только не в грязь, не в лужу, там есть речка. Я Юми называю тюленем, потому что у нее всегда так блестит шерсть. Это просто как у тюленя, реально. Вот мы и пришли к нашей небольшой реке. Кто помнит, я сюда приводила вельшкорги кардиганов купаться. Не знаю, сейчас посмотрим, какая водичка. Вот здесь, где мелко, вода, в принципе, не такая сильно холодная, но все равно... Мне кажется, это слишком прохладно для чихуашек. Они просто могут простудиться мокрые, потом будут бегать. А Софиша все равно зашла. Софише пофиг. Но плавать я ей не разрешу. Пусть только лапки помочит.
Потому что если она целиком окунется, здесь все-таки слишком холодно, ребят. Давай, заходи, лапки помочай, молодец! Молодец! Я не знаю, ребят, наступит ли лето когда-нибудь, и сможем ли мы нормально покупаться, весь день провести на речке с собаками. Когда мы сможем реально все искупаться и поплавать. Как вы видели, после ванны Юми уже не так боится воды и более спокойно заходит в нее. Молодец, Ивась! Ивась у нас вообще мерзляк такой, он даже летом, мне кажется, мерзнет, и он не любит купаться. И он вообще не любит ни плавать, ни воду. Софи просто любит воду очень. Она даже просто в ванну куда-нибудь, как вы видели, может прыгнуть. Юми, давай, залазь. Вот молодец, Юмичу. Давай. Вот молодец. Юми любит деревья. Она реально любит лазить по деревьям. Вы знали легенду про чихуа? Откуда вообще эта порода собак и что они мексиканские? Собаки, которые лазили по деревьям. Вот Юми это делает вообще просто сама по себе, как кошка. Она залазит прям туда наверх и потом слазит. Ни Иван, ни Софи так не делает. Она просто как кошка туда залазит. Посмотрите. Посмотрите на это. Посмотрите, она ползет прям. Туда-сюда, туда-сюда. Ее не надо даже затаскивать. Она реально цепляется прям когтями за дерево. Юми, ты кто? Ты собака вообще или ты реально покемон? Она реально заползает на дерево, ребят, посмотрите на это. Капец, я за тебя боюсь, ты же упадешь, Юмичу. Кто не знает, у них есть свой канал говорящих собачек, где они снимают свой видеоблог, и Юми все время называет себя покемоном. Вот она реально оправдывает свое звание. Ну какая собака, даже чихуа, может вот так вот лазить по деревьям, ну посмотрите на это. Что такое? Вы кого там увидели? Ой, мама, кто там? Ой-ой-ой, 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 сколько их там! Эйвен и Софи никогда в жизни не видели коров. Я не знаю, как они сейчас себя поведут. Софи, пошли быстро! Юми! Там коров привели на водопой. Целую толпу! Я реально перепугалась за Софи, Эйвена и Юми. Они так начали лаять, они просто никогда не видели коров. У них была, конечно, неадекватная абсолютно реакция. Юми, перестань лаять! Они сейчас нас догонят и съедят тебя. Ни одна водопоя, они за нами идут. Ребят, пойдемте быстрее домой, а? Держим долгий путь домой. Фух. Кто говорит, что чихуашки не подходят для путешествий? Эйвен и Юми, папа и дочка бегут вперед. Они сильные. А мы с Софией ползем снизу. Ну вот, ребят, мы уже дома. У нас вот такая вот получилась очень эпичная прогулочка. А вы подписывайтесь на каналы всех наших питомцев, тьфу, что я говорю, на канал говорящих моих собачек, на наш канал, и скоро увидимся в новых роликах. Пока!